Вы смотрите видео об отеле Point Yama by Koma. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Point Yama by Koma расположен в стране Таиланд в регионе Пхукет и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. В 25 минутах от аэропорта. Пхукет расположен на восточном побережье. Пхукет на возвышенности мыса Яму. Территория гостиницы занимает 52 800 квадратных метров. На территории отеля имеется 2 ресторана, 2 бара, 3 конференц-зала до 122 персон, 1 открытый бассейн, спа-центр, прачечная, лифты, обслуживание номеров, сейф на ресепшн бесплатно, беспроводной интернет в лобби бесплатно, депозит в день заезда. В номерах есть ТВ с российским каналом, кондиционер сплит, мини-бар платно, сейф бесплатно, душ или ванна, халат, тапочки, фен, телефон, балкон или терраса, кроме бейрумс. Подключение к интернету бесплатно, Wi-Fi, набор для приготовления чая и кофе, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из 12 бейрумс, 45 квадратных метров, максимум 2 человек, 15 веранда румс, 90 квадратных метров, максимум 3 человек, 21 бейсвитс, 100 квадратных метров, максимум 3 человек, 9 бейпулсвитс, 123 квадратных метра, максимум 3 человек, 7 барахдапул суитс, 156 квадратных метров, максимум 3 человек, 1 пендмегапул суит, 180 квадратных метров, максимум 3 человек, 1 кома суит, 300 квадратных метров, максимум 6 человек, 1 номер для инвалидов, бейрум, все номера для некурящих, 8 соединенных номеров. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть открытый бассейн, тренажерный зал, бильярд, дартс, игротека, игровая комната, настольный футбол, PlayStation. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, джакузи, настольный теннис. За дополнительную плату имеется массаж, йога, для детей есть один открытый бассейн, мини-клуб, возраст 4-12 лет. Услуги няни платно, детское меню, в ресторане детское кресло, детская площадка. Развлекательные программы. Расстояние до моря. Отель расположен на мысе Яму, с видом на Андаманское море и залив Пантунга. Песчаный пляж, да. Год постройки гостиницы, 2013. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.